А в Токио стартовал квалификационный матч между женскими теннисными сборными Японии и Казахстана. Встреча решит судьбу путевки на командный чемпионат мира Кубок Билли Джин Кинг, который состоится в ноябре. В первой игре Анна Данилина уступила сопернице Нао Хибино. Японка, которая опережает нашу спортсменку в мировом рейтинге, выиграла со счетом 6-1-6-0. Во втором матче дня Юлия Путинцева встретилась с экс-первой ракеткой мира, победительницей 4 турниров «Большого шлема» Наоми Осакой. Первый сет казахстанка уступила 2-6. Исход второй партии решился на таймбрейке, где японка оказалась сильнее 7-6. На завтра запланированы еще 3 матча. Болеть за наших девушек можно начинать уже в 9 утра по времени Казахстана. У меня сегодня этого не могло никак получиться, потому что игра шла в 2-3 удара. Каждый раз, когда начинался розыгрыш больше 2 ударов, у меня получалось завоевать инициативу. Но, к сожалению, розыгрыш шел 2-3 удара. Девочка из Японии играла очень здорово, и Ане даже не получилось как-то зацепиться. Если говорить по поводу второго матча, Наоми играла сегодня, ну, как бы можно сказать, идеальный теннис. Она не дала никакого там подарка нам. Юля, буквально были шансы, но в последний момент, вот, ну, как бы все решила подача.